Добрый день, меня зовут Денис Бузин, мне 35 лет, я профессиональный актер. В 2008 году я закончил в ГИК-мастерскую Александра Сергеевича Линькова, а с 2006 я уже со второго курса начал сниматься в сериалах и в кино. Получается, что в профессии я уже около 16 лет, за это время у меня накопилось около 50 работ в кино и в сериалах. Но вот в таком вот образе всего парочка работ. Но хотелось бы, чтобы их было больше. Спасибо за внимание.